Представляем вашему вниманию турбинный наконечник CX207GK. На корпусе наконечника нанесена насечка для того, чтобы удобно было работать, чтобы он не скользил в руке. Наконечник кнопочный. Здесь мы видим, есть диод для подсветки, трехточечный спрей. Наконечник у нас идет с быстросъемным соединением стандарта КАВА. Переходник в комплекте. Шестиканальное подключение. То есть для этого на установке у вас должна быть фиброоптика. Также в комплекте у нас есть ключ для замены роторной группы. И есть иголка для прочистки каналов спрея.